Сегодня будет прикольно, будет ярко, незабываемо, и мы готовы к неожиданностям. Я хочу, чтобы они уж вышли ужаленные сетевым маркетингом. Сейчас мы с вами проведем небольшую игру. И встать кружочком. И мы сегодня с вами все дружно пойдем в поход. И я беру с собой кроссовки. Чтобы уметь создать свою команду, надо почувствовать энергию именно компании. Продукты TLC, ну, естественно, мой флагман – это чай наш Ясути, и очень мне нравятся капельки Resolution. Я их просто обожаю. А кофе? И бодрит, и помогает похудеть, и детокс. Вау! Прям по-быстрому! Мы берем замороженную ребят на сцене, то мне хочется просто визжать от восторга. Потому что они крутые. Женя, он такой больше динамичный, больше такой, давайте, делаем. А Дима за спокойствие. То есть они очень сильно дополняют друг друга. Приплыла тебе шутка, мы сегодня с утра делали зарядку, с утра все зарядились, все кайфанули, порадовались, подняли свой эмоциональный настрой. Дима, часто выходишь на зарядку? Честно говоря, не так часто. Утро добрым бывает? Иногда, да. Тренируемся. Раз, два, уклонились. Заряжает. Наша команда очень позитивная. У нас еще команда, они все такие спортивные, яркие, все ребята вообще мощные. Самая мощная, быстрая. Условия конкурса очень классные. Человек должен закрыть глаза, а мы как команда должны говорить каждый только по одному слову, а наш самый умный человечек, самый смышленный, должен, исходя из наших подсказок, пройти лабиринт. Сложность была в самом начале в том, чтобы договориться, какие именно действия мы будем делать. И очень важно, чтобы человек, который выполнял задание, он четко понимал каждую команду, которую мы ему даем. Эта игра очень сильно похожа на сетевой маркетинг, потому что там постоянно приходится в бизнесе объяснять команде так, чтобы команда поняла, и чтобы все работали слаженно, как единый механизм, выполняя простые действия, доходили к своим целям и как можно быстрее. Ноги боятся, но руки делают. Это обучение дает возможность стать профессионалом в области MLM-индустрии. Я точно знаю, что те люди, которые сегодня пройдут этот, через себя пропустят этот тренинг, это обучение, я убежден, они будут понимать, как делать большой товарооборот, зарабатывать себе чек и делать мир лучше. Когда меня спрашивают, делаю ли я ставки на людей в команде, я могу сказать, что в целом нет. Потому как жизнь научила, что часто ставка не сыграет. Но вот сейчас я могу сказать, что я вижу ближайший крупный результат. Это в структуре Екатерины Ползуновой. Это пока максимум, что я могу сказать, но я вижу прям мощно назревший такой ресурс, который может очень здорово бабахнуть.
И ты знаешь, один из важных моментов, который есть в TLC, что новички, не маленькие дистрибьюторы, а именно новички, они, приходя, делая какую-то работу, их уже начинают признавать. Им это, конечно, приятно, это мотивирует, и ты хочешь достигать еще больших вершин. Ну, реально, это двигает. То есть, когда люди тебе благодарны, я понимаю, ну, наверное, это моя мотивация в жизни, что почему я здесь. Еще важный фактор то, что я кому-то нужен. Как своей команде, так и своим наставникам. Весь свой Новый год будет говорить спасибо, что вы приняли решение. Для меня успех другого человека – это либо пример, на который можно ориентироваться, либо, если мне посчастливилось приложить руку к этому успеху и как-то повлиять на то, чтобы он случился, то это для меня огромная гордость, потому что я считаю, что это, ну, одна из больших значимых задач в моей жизни – это приводить людей к успеху. Слушай, однажды я поняла, что признание круче, чем деньги, но награждают признанием только когда зарабатываешь деньги. Поэтому это офигенно, это очень круто. Отношения строятся не на деньгах просто, а на чем-то большем. И вот это вот меня, наверное, мотивирует в сетевом бизнесе больше, наверное, чем просто деньги.